это слова, которые Господь дал через Исаию пророка. Я сам утешитель твой. Кто ты, что ты боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что и трава? Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя мое. Я вложил слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрываю тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, которую я даровал тебе, говорит Господь. Ты мой, ты моя, воспрянь, прославь меня, и я буду радоваться в сердце твоем, и на кругах жизни твоей пребываю с тобой. Иди в радости и пой новую песнь, которая вложила в тебя любовь моя. Аминь. Скажите аминь. 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 Господь показал лебедь. Вообще, я не знаю, лебедь это мужское, а лебедуха или как ее. Одним словом, лебедь женского рода возвращается на свое место. Он куда-то улетал и возвращается на свое место, и так говорит Господь. Ты птица Божья, ты птица, которая несешь любовь, и многие знают лебедей, потому что они сохраняют свою любовь друг к другу и к своим детям. И ты возвращаешься на то место, откуда ты вылетела, для того, чтобы эту любовь передавать другим людям. Я наполняю тебя любовью, я устраиваю твой путь. И ты всегда возвращаешься на то место, где тебя ждет твой супруг и где тебя ждут дети. И ты взращиваешь этих детей для того, чтобы явить им мою любовь и явить им мою силу. Во имя Иешуа. Аминь. И скажем аминь. 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 Силу, как силу познает ледокол, ходящий на ледовое море. Ты будешь крушить врага. Ты будешь крушить так врага, потому что сила моя в тебе, она дарована мной, и твоя нога стоит твердо на земле, потому что она оснащена обувью, нести слово мое, которое будет крушить врага. Это слово исходит из уст моих, и ты вправе нести это слово, верша мое право здесь на земле. И скажем аминь, и аминь. Вот именная порция благодати, благословений, двойное помазание, мы это знаем, и также расширение, то есть добавление чего-то еще в два раза большего того, что имеешь сейчас. Господь говорит, приготовься, расширь свое сердце, расширь свои пределы, пусти длинные вервы, потому что ты распространишься, и я размножу, и я благословлю тебя, и благословлю тех, кто с тобой, так говорит Господь. Аминь. 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 Образ я увидела горную реку, бурлящую такую, где еще вода как бы и мутная, и, ну, она бурлящая. А потом я увидела большую реку, спокойную, мощную, ну, не знаю, как какую, как, может быть, Волга, Днепр, Дон, что-то большое. И там стоит плотина, и Господь говорит, время, когда ты была как бурлящая река, оно уже завершилось в твоей жизни. И потому я сегодня из тебя построил плотину в течение моей реки жизни и истины для того, чтобы тот свет, вот плотина, как вырабатывающая энергию, образ такой, чтобы тот свет, который ты берешь из реки моей жизни и любви, ты все более распространяла на километры своей страны. Аминь. Аминь. И скажите аминь. На километры, то есть на, вообще на пределы всей России, даже более того. Господь, я молюсь об Ольге, я благодарю Тебя за удивительный дар, которым Ты благословил нашу сестру. И, Господь, я благодарю Тебя также, что она правильно распоряжается этим даром. А благодарю за то, что Ты с ней, подобно как Ты был с Иосифом, и она прошла многие испытания. И сейчас пришло время ей подняться и занять достойное
положение. Поэтому благослови ее, Господь, во имя Иисуса. Давайте все скажем аминь. 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 А можно мне еще, Григорий? Аминь. Да, ага. Господь говорит, голос твой звучит, как ручей. Рекой полноводной ты станешь, и берега насытятся водой, земля плодородную станет. Аминь. Хорошо, вот эти все слова, знаете, если их посуммировать, умом невозможно их запомнить, но я верю, что в духе Ольга их приняла. Поэтому спасибо, Господь, за нашу сестру и Михаил. Я так и хочу сказать, Майкл, знаете. Господь говорит, пусть выйдет лев. Это разрешение дано тебе, это как спущенный курок. Пусть лев этот издаст свой рык. И вмиг изменится ситуация. Это рычание, оно от меня производится в тебе. Я даю и точку отсчета, и место высвобождения этого рыка. И в этом есть еще и охранное свойство. Когда рычит настоящий глава прайда, никакой враг не подойдет и не похитит. И я говорю тебе, ты научился рычать, и это сладостный миг для тебя. Этот шум неописуемого восторга, когда высвобождается радость, сила, мощь и заявляет духовный мир о твоей принадлежности. Аминь. И скажем аминь. Господь показал картину, Михаил, как путник идет по дороге. Дорога такая высушенная, и кругом такие небольшие скалы. И на дороге он видит льва, который умер, и в нем образовался мед. Помните слово Божие, да? И вот он нагнулся и рассматривает в недоумении, что там, почему там мед во льве. И Господь говорит, не бойся, бери и ешь, ты принимаешь мою силу. И то пожертвование, которое идет в твоей жизни, я вижу. Я вижу все, чем ты жертвуешь, но я поднимаю тебя на скалу, и твоя сила проявляется. И вот ты увидишь тот могучий ветер, который я посылаю сейчас на тебя. Ты все выдержишь, и твои ноги укрепляю, потому что ты стоишь на моей скале, на правильном месте. Иди, ничего не бойся. Аминь. Аминь. Глубокое слово, пожалуйста, примите его и размышляйте над ним, потому что мы знаем, что если человек на заре, то нельзя прикасаться к оскверненному, но похоже, что Господь разрушает какие-то преграды, какие-то барьеры. Он делает, и делает вас еще более свободным и более гибким, и, да, и способным вкусить большую сладость в Господе. Господь благослови нашего брата. И аллилуйя. Пожалуйста, следующий. Аминь. Я хочу сказать. Да, пожалуйста, брат. Я вижу, что человек идет, и большая река течет. И вот он заходит первый раз по колено, потом выходит из нее. И потом опять заходит, и Господь говорит, заходи глубже, глубже, и научись плыть в моем духе, говорит. И все, больше ничего. Он зашел только не это. Или пришло время постигать больше глубины в Господе. Глубины познания Господа, вернее. Спасибо. Спасибо, брат Юрий. Пожалуйста, кто... Была показана такой камень, и он обтесывается, как не человеком. Ну, делаются определенные сколы, чтобы было изображение, правильное изображение. И так говорит Господь. Вот я буду производить над тобой работу, чтобы удалить все, что мешает раскрыться в тебе образу моему. И вот я буду производить, чтобы выразить тебе образ моей славы. Потому исследуй мое слово и становись на истину, чтобы ты стал четко изображать мою славу. Так говорит Господь. Аллилуйя. Аминь. Пожалуйста, Марина. Господь говорит,
Сын мой, ты воин, и воин не связывает себя ничем, чтобы быть более эффективным и быстро реагирующим на призыв к войне. И Михаил, ты такой, ты сразу реагируешь и вступаешь в бой. Аминь. За Михаилом, сейчас возлагаем на него руки и высвобождаем твое помазание, помазание для осуществления всех твоих замыслов, и включая особенно те вещи, которые были высвобождены сейчас. Господь, он полностью снаряжается сейчас для того, чтобы исполнить твою цель, благослови нашего брата. И скажите все вместе аминь. 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 Господь показал, Евгений сидит за столом, стол у него просто обложен книгами и свитками, вот как бы евреев свитки эти, Писания. И она молится Богу, и Господь просто посылает ей хлеб с небес. Большой такой кровать. Она берет, режет его и отпускает по водам. И отстоял ее, как вот, знаете, место Писания написано, течет река от престола твоего. Вот от ее стола течет река. И она пускает этот хлеб по водам. И так говорит Господь Евгений, дочь моя, ты много мне служишь, ты служишь мне словом, ты постоянно ищешь меня, ты постоянно ходишь в глубины, и ты жаждешь хлеба этого с небес. Но ты никогда его не вкушаешь со дна, ты принимаешь этот хлеб и пускаешь его по водам. Дочь моя, я даю семя сеющему и хлеб нуждающимся. Все то, что ты пустила по водам, оно вернется к тебе. И оно вернется к тем, кто голоден, и те, кто жаждет. Они будут напоены из источника жизни, который течет от тебя в их жизнь. И семя, которое я даю тебе, ты будешь сеять, и оно будет всегда приносить стократные плоды. Как минимум стократный урожай на всякое семя, посаженное тобой. Во имя Иешуа. Аминь. И скажем аминь. 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 Спасибо. Аминь. Спасибо. Михаил, пожалуйста, еще. Я увидела человека, который осуществляет доставку. И это человек, официальное лицо, и это доставка лично в руки. И он несет что-то запакованное и приносит, и распаковывает, передает лично в руки Евгению. И это шкатулка, это подарок, а в ней лежит письмо. И это письмо с печатью, официальная печать, почему-то красная. Я знаю, что это. Это официальное разрешение, которое будет открывать для меня любые двери. Вот это видение я увидела. Аминь. Да, Евгения, принимайте. Прямо сейчас вот, в ваши руки берите это все. Спасибо, Ольга. Пожалуйста, еще. Мне, ну, как игра в футбол, но показано как ну, образ Жени, что она отдает пас, ну, другим отдает пас, но сама не выходит, ну, не принимает мяч, чтобы идти забивать ворота. И так говорит Господь, научись не только давать, но и принимать. И я тебе даю способность совершать мое дело. Поручаю тебе, даю возможность совершать мое дело. Поэтому утверждайся в этом. И я меняю твое мировоззрение, меняю твой взгляд и даю свое Божье видение, так говорит Господь. Аллилуйя, аминь. И скажем аминь, аминь. Аминь. И вот... Можно я, Наташа Касса? Господь говорит, глаза твои открыты, и сердце огнем горит. Не смущайся, как Господь говорит. Всегда обо всем спрашивай меня, чтобы никто не мог собой увлечь тебя. Истину через откровение в сердце вложу, а ты... Расширь пути жизни. В этом я тебя веду. Аминь. И скажем аминь. 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 Говорил, у меня такого слова. Трудности не останавливали тебя. Я вижу твое стремление к знаниям. Ты способна мечтать. Меняй свои. Вот выпадение было, простите, не совсем поняли. Но ладно, Господь, мы благословляем Евгению, благодарим Тебя во имя Иисуса.
А, к сожалению, Татьяна, очень плохая связь, простите. А, мы высвобождаем благословение и благодарим за нашу драгоценную сестру. Особенно сейчас, в начале Хануки и преддверии Рождества и Нового года. И для Владислава. А, Господь, дай нам сейчас... Сила Марина с рупором. И так говорит Господь. Дочь моя, ты мой глашатай, которого я избрал, чтобы нести мое слово, распространяя его по всей земле. Аминь. 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 Следующий. Оля. Марина как цветущий куст. И дело в том, что каждый цветок, он еще и язычок пламени на этом цветочке. Он и цветущий, он и благоухает, он и горит, он и живой. Господь говорит, нет такого благословения, которым бы я не хотел благословить тебя, сможешь ли вместить. Я и корону одену, и бусы надену, и сменил тебе одежды на белые, и я умастил елеем голову твою, и убрал камни с дороги твоей, и еще я буду благословлять тебя, дочь моя, ты отрада моего сердца. Аминь. И аминь. Пожалуйста, аминь. Еще. Аминь. Спасибо. Следующий. Алена. Вот так говорит Господь, дочь моя. Ты моя танцующая дочь. Войди легко в то, что я предлагаю тебе сейчас. Войди легко в это. Это я приготовила для тебя. Не бойся. И ты порхаешь. Просто порхаешь предо мной. Это радует мое отцовское сердце. Аминь. 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 Пожалуйста, еще. Лариса, так говорит Господь. Моя дочь, я умощаю путь твой. Умощаю путь твой. С весельем, радостью и ликованием ты идешь поприще. И это легко, это бремя легко, и это тебя оживляет, оживотворяет, это дает стимул двигаться еще больше и приближаться ко мне и делать дела мною, приготовленные для тебя. И это благо во всех отношениях. Ибо благоволением, как щитом, я облёк тебя. Иди и следуй за мной. Иди и совершай эти дела славные. Аминь. 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 Спасибо. Замечательно. Еще? Спасибо, Господь. Друзья, вам тоже будут пророчествовать, поэтому как для себя. Вот также желаете, чтобы не только вам было, но и всем присутствующим. Сегодня особенный день, особенное время получать подарки. И высвобождать их, дарить в том числе. Для Марины Кузнецовой можно, да? Да-да, конечно. Так говорит Господь, дочь моя. Ты для меня особенная. Слово мое говорит, конечно, что я всех люблю одинаково, но как и Анна, моего ученика первого, я возлюбил особенно. Подобно и тебя, так как ты ревностна к тому, чтобы любить меня. Любой жених любит, когда его невеста внимательна к нему. Таким же образом, твое ко мне внимание и твоя ревность по слову, и потому, чтобы, как уже было сказано, передавать слово мое другим, быть глашатаем, это очень ценно для меня. Я просто рад и благодарен тебе за то, что ты верна мне, дочь моя и слуга моя любимая. Аминь. 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 Еще? Аминь. Аминь. Спасибо, Господь. Следующий. Хорошо. Господь, мы благодарим тебя за Марину. Антора Мотро Тире, Кантора Барта. Я вижу мост.
И он, кстати, через ту реку, которую я видел в Азо. Я уже не помню, там мост для автомобилей, но это мост пешеходный, как в парке. Господь говорит, через твои молитвы, через твое служение в Азо или в Азе, я преобразую твой поселок в сад. Он будет как ботанический сад, он будет как сад, в котором растут различные деревья. И я также вижу, что там очень много народу, и там очень красиво. Господь говорит, перемена в твоей местности неизбежна, потому что пророческие служители, и ты в том числе, исполняют свое служение. Поэтому двигайся вперед, я с тобой. Аминь. 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 Спасибо, Господь, за Марину. И мы пойдем дальше. А сейчас для Веры Грищенко. Пожалуйста, кто первым? Дочь моя, ты как роза в моем саду. Я великий садовник, который ухаживаю за своим цветком. И поэтому не бойся. Я когда надо обрезаю, когда надо поливаю. И поэтому доверься мне в мое время, в мои времена и сроки. И ты будешь победителем в любой ситуации. Аминь. 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 Еще. Уповай на меня, ищи лица моего, я благословлю тебя, дитя. Не бойся ничего, иди вперед, иди моей дорогой, не сворачивай с пути. Я наполняю тебя мудростью, я напояю тебя словом своим. Ищи лица моего с утра раннего, и я благословлю тебя. Благословлю благословением великим, и возрадуется сердце твое. Аминь. Аминь, аминь. Аминь. Оля. Спасибо. Да, пожалуйста, Оля. Я увидела Веру за столом, и с ней вот такой ангел, знаете, ангел порядка, наверное. Она любит записывать, она любит складывать аккуратно, у нее много записных книг. Господь говорит, я хочу наградить тебя тростью скорописца, ты будешь записывать. А потом, глядя на эти записи, ты очень много сможешь свидетельствовать о славе моей и в твоей жизни, и в твоем собрании, и в твоем окружении, потому что записанное слово, оно остается. И память твоя, она возвратит тебя в эти моменты, когда ты писала, и ты увидишь разницу, огромную разницу между тем, что было обещано, и то, что было реализовано в твоей жизни. Я хочу, чтобы эти вехи в твоей жизни, они остались на бумаге, и для тебя это не бремя. Ты любишь это делать, и я, зная, что вложил в твое сердце любовь к порядку, я говорю, записывай, дочь моя, и свидетельствуй. Аминь. И аминь. Аминь. Еще. И вот еще одно пророчество, а потом мы будем служить для Алены Любиной. А можно я тоже? У меня для Веры да. есть. Да. Я увидела Веру как такую барышню доходную, знаете, как вот купеческую дочь. И так говорит Господь, я наполняю твои подточилия соком виноградным елеем. Я наполняю твой дом изобилием, и стены твои будут наполнены радостью, и в доме будет великий смех мой, и мир будет в этом доме. Поэтому доверься мне в этом пути, доченька моя. Аминь. Аминь. Алена, пожалуйста, подождите немножко, сообщение. Рядом с Верой находится сестра Елена. И запись, вернее, сообщение. Пожалуйста, попророчествуйте для Елены также. Хорошо, да? Будем, да? Поэтому мы сейчас вооружаемся откровениями. Даже если вас нет, как только вы начнете говорить, моментально появится слово. Поэтому дерзайте, друзья, мы свободны. Достигаем, разрушаем ограничители в плане «не знаю, что сказать». Всегда есть что сказать. И скажите аминь. Аминь. Пожалуйста, аминь. Пожалуйста, первый для Елены. Она вместе с Верой Грищенко давайте, в одной команде. Давайте да. я Алена.
Да. У меня есть слово. Господь говорит, ты мой куст, который может и в засуху выживать. И я питаю тебя своим соком, и ты и виноградным елеем наполняю тебя. И ты можешь выживать при трудных обстоятельствах, и даже не видя света, ты можешь пробиваться и идти в темноте. И этот дар от меня в тебе, говорит Господь. Я благословляю тебя, дочь моя, пусть тебя не смущает те ситуации, через которые ты приходишься тебе проходить, в тебе есть моя сила, и ты пройдешь всякие трудности. Аминь. И аминь! Елена, принимайте. Пожалуйста. Следующий. Опять же, для Елены. Можно, Григорий? Да, да. Как выпал первый снег, такой чистый, белый, так и в тебе моя чистота, и я наполняю тебя своим обновлением. Дочь моя, держись, что ты мой чистый сосуд, мой чистый сосуд, через который потекут мои откровения. Дерзай, дочь моя. Аминь. И аминь, аминь. Спасибо, Елена. Аминь. Кто-нибудь еще, пожалуйста? Можно, Григорий? Конечно же, да. Аллилуйя. Итак, говорит Господь, обстоятельства, которые могут пугать, трудные обстоятельства, с моей перспективы, имеют очень серьезную и очень нужную цель. Таким образом, я работаю над правильными принципами твоего сердца, над характером победителя и чемпиона. И они это как подушки безопасности, которые будут оберегать в периоды в будущем, когда будут проходить серьезные испытания. И только лишь эти качества, они способны дать силу, выдержать, иметь стойкость, пройти это вместе со мной. А все остальное, помазание, святость, это будет от меня, но эти качества, мы над ними работаем вместе, и это дальше, в дальнейшем сыграет ключевую роль для служения, для жизни и для благословения и процветания. Амен. И скажем аминь, аминь. И, дорогой Господь, благослови Елену, также и Веру, нашу сестру. Мы просим особенного благословения сегодня, в день начала Хануки и в преддверии Нового года и Рождества. Господь, да будет твой шалом, обилие благодати, милости и мира. Шалом, дорогие друзья, вам. И сейчас для Алены, пожалуйста, кто первым? Я буду первым. Я вижу куст. Это куст, который горит, но не сгорает. То есть ситуация такова, что Господь зажег огонь, и этот куст – это ты. Поэтому ты являешь собой возможность встречи с Господом, и потому что я в тебе. Поэтому я привлекаю внимание особенных людей по отношению к тебе. И вот они будут смотреть на тебя, и они подойдут, и ты дашь им слова, которые от меня. Поэтому приготовься, что будут заключены новые контракты, будут образованы новые даже какие-то формы дочерних каких-то совместных дел или предприятий. Господь говорит, я расширяю тебя, и в этом году, в 2020 году, будет умножение и рост. Поэтому также будет еще и битва, но знай, что ты не будешь идти вниз, ты будешь подниматься, и благодаря тому, что ты будешь питать моим словом,
будут рождены величайшие вещи. Аминь. Пожалуйста, аминь. Елена, пожалуйста. Аминь. Господь говорит, дочь моя, ты как горный ручей, и воды которого наполняют каждого, кто с тобой соприкасается. И вот, вот такой бурлящий ручей, и кто под него попадает, наполняется Божьим светом. Аминь. Аминь. Еще? Аминь. Господь говорит, можно вот... Господь говорит, я очень внимательно наблюдаю за твоим сердцем, потому что ты дала мне место в нем и жизнь, и сила, и благоухание из него, которое я произвожу через тебя, оно превращает твое сердце в очень нежное, смиренное, кроткое, что невозможно не остаться незамеченным. И этим ты просто подкупаешь, этим ты просто манишь людей вокруг себя. И эта сила притяжения от меня, и это твоя тактика, и это в этом твоя сила основная, это твое сердце. И я дальше продолжу работу над ним. В свое время оно соединится также с другим сердцем, и ты еще больше станешь порхать до неузнаваемости, и просто большие перемены произойдут с тобой, в твоей жизни, этим ты завоюешь также очень много сердец для меня. Амен. И аминь. Отец, мы благословляем нашу сестру Алену. Я чувствую, что руки сейчас возлагаются. И это все виртуально, Господь. Ты передаешь сейчас особенное благословение духовное. Как Павел пишет, преподать некое дарование духовное. И это все от нас, по отношению к Духу Святому, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Твоя благодать дарует ей способности, нашей сестре, способности действовать по воле Твоей, как Ты уже сказал сегодня, и более того, и скажем аминь. И сейчас мы пойдем дальше, и мы идем вниз списка. Юрий Гуляшко, приготовьтесь, вы будете получать сейчас пророческие слова. Итак, пожалуйста, кто первый для брата Юрия? Оля. Есть путь, который я прокладываю перед лицом твоим, сын мой, и все то, что заставляло тебя оглядываться назад, я хочу положить этому конец, потому что у меня к тебе и слова благодарности, и слова призыва, они звучат одновременно. Ты ступил на очень серьезный путь взаимоотношения со мной. И я хочу, чтобы ты шел вперед и понимал, что ты достойный сын своего отца. Мне легко в тебе, мне не трудно сотрудничать с тобой, потому что ты желаешь очень многого во мне достичь. В твоем сердце есть желание угодить мне, и я чувствую. Я всегда смотрю не на внешнее, я смотрю на внутренность, как с домом. Дом красив не внешним убранством и не внутренним наполнением. Он красив и прочен только тогда, когда у него ровные стены и правильный фундамент. Так я смотрю и на тебя. У тебя хорошее основание заложено во мне. Пусть не смущается сердце твое ни при каких обстоятельствах. Ты весьма угодил мне, я доволен тобой. И мы вместе с тобой пройдем еще очень длинный путь, распространяя царство мое на земле. Аминь.
и скажем «Аминь», и сразу же следующий. «Сын мой, я вложил в уста твои меч моего Духа Святого, и поэтому не сомневайся, открывай свои уста, и мое слово, сказанное через твои уста, будет совершать действие. Аминь». И аминь. И следующий. Хорошо, Господи, я обращаю скользкую дорогу, участки, вернее, скользкой дороги, совершенно ровный автобан, то есть автостраду с разделительной полосой, с многорядным скоростным движением. И ты уже за рулем, так говорит Господь, поэтому в этом году я помещаю тебя на новый уровень исполнения дел, которые я даю тебе, и ты будешь чувствовать себя уверенно. Поэтому помни, что я очень благ тебе. И я смогу сделать гораздо больше, чем ты себе можешь представить. Не думай, что только для кого-то я делаю. Но для тебя, именно для тебя, я сделаю много блага. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. У меня тоже есть для... Да, пожалуйста. Для брата. Я вижу такую машину, как спорткар. И Господь говорит, что ты вот и есть вот этот спорткар, что у тебя сверхскорость, сверхвозможности. И в тебе ты не обычная машина, а ты машина для великих каких-то состязаний, для великих каких-то поручений моих, которых ты будешь делать, исполнять, потому что я тебя снарядил, и я именно создал тебя таким. Аминь. И мы пойдем дальше сейчас. Если у кого-то еще есть слово, очень коротко, пожалуйста. Если нет, тогда мы будем служить для Рукшоны, потому что Сара уже получила слово на предыдущем собрании. Пожалуйста, если нет, тогда, Господь, мы благословляем нашего брата. И спасибо за то, что ты устроил для него праздник в эти дни. И ты подарил ему радость, и подарил ему прекрасное общение. И даже небесную музыку. Так что хвала к тебе будет возноситься сильно бурлящим, таком, я даже слышу слово горячим, таком вдохновленном и помазанном таком вот состоянии души во имя Иисуса. Аминь. А можно потом попросить для меня слово? Да, да, конечно же, да. Для Рукшоны мы молимся и просим, Господь, дай нам слово, особенным образом благословить нашу сестру. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Пожалуйста, кто первый? Можно, Григорий? Да. Дочь моя, на тебе все мои доспехи. Меч, шлем спасения, броня праведности, меч духовный и обувь в готовность благовествовать мир. Поэтому ты полностью снаряжена. Я не сомневаюсь, что ты принесешь великий плод для царства моего, и мы сделаем вместе с тобой великие дела. Аминь. И аминь. Еще? Лариса, дочь моя, ты гибкая, ловкая, ты мудрая, выносливая, ты крепкая, ты стремительная, ты быстрая, и мне нравится это. Я любуюсь тобой. Для тебя не существует непреодолимых преград. Ты любишь преодолевать трудности, и ты смело ходишь в воду. Мне нравится это стремление ко мне, к познанию меня. И я еще больше открываюсь тебе и нахожу удовлетворение, радость, покой в твоем сердце. Я на первом месте. И я очень хочу, чтобы ты была успешной, более успешной. И хочу, чтобы ты отдыхала, потому что это сладостно тебе будет отдыхать. Отдыхать во мне. Покой, покой утружденному. Надо покой. И поэтому восстановление и исцеление в лучах моих прямо сейчас изливаются на тебя, дочь моя.
елеем радости, любви и целомудрия. Аминь. И аминь. Аминь. Спасибо. Пожалуйста, еще. Оля. Господь говорит, ты вместила Израиль в сердце свое, оно расширилось под все то, что так ценно мне, то, с чего я начал семью. Я благодарен тебе, Господь, что это расширение пришло к тебе через серьезный труд, но ты не свернула с этого пути. И я убираю из твоего сердца с каждым днем все больше и больше любого рода сомнения и смущения, потому что твой путь... Он усыпан драгоценными камнями, которые, как плоды в твоей жизни, указывают тебе истинное направление движения моего духа. Аминь. И скажем аминь. И, пожалуйста, еще. Аминь. Спасибо, Господь. Интересно, что-то еще есть от Господа или нашей сестры? Пожалуйста, кто еще? Григорий. Да-да. Я почему-то увидела, как Рушона танцует лезгинку. Не знаю, почему. Вот какой-то вот танец лезгинки. Знаете, и аминь. Но я услышал слово «ровер», я сам удивился. Я знаю, что я немножко знаю польский. На польском языке «ровер» – это велосипед. Я видел сам, как они выглядят, когда-то будучи в Беларуси, такими, знаете, большими шинами, широкими, вернее, удобный для сельской местности, но я вижу, что есть еще и Land Rover, совершенно другая вещь, это суперкар, это автомобили, и вновь тема автомобилей, поэтому Господь говорит, воистину ты супер, поэтому вот думай о себе хорошо, и думай о себе позитивно, чем шире и богаче ты думаешь о себе, и в духовном, и материальном, тем скорее, и больше ты такой станешь. Поэтому я изменяю даже течение твоих мыслей, и я вкладываю в тебя больше позитива, я вкладываю в тебя огромные масштабы, гораздо превышающие прежние. Приготовься к новым многим вещам. Аминь. 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 Отец, мы благословляем нашу сестру и благодарим тебя за драгоценный дар, который ты дал нам возможность иметь общение. Спасибо, Господь, за Марию Полякову. Также сейчас мы будем служить нашей сестре Марии. Пожалуйста, спрашиваем и высвобождаем. Кто первый? Лариса. Лариса. Дочь моя, ты как стрелок из лука. Ты видишь цель, мечешься. И ловко, прямо легко попадаешь в цель. Ты любишь цели, и ты берешь цели, которые тебя интересуют. Но я хочу, чтобы ты взяла большие цели, просто глобальные цели, и не боялась стрелять туда, достигать этих целей, потому что я это приготовил для тебя. Не бойся, больше, больше, больше бери. Не бойся, это для тебя достигаемо. И я открываю эти двери, большие двери для тебя. И ты входи смело и бери все, что там я приготовил. Аминь. Аминь. Замечательно. Аминь. Спасибо, Господь. Господь говорит, да. ты мой драгоценный цветок, на который я сейчас изливаю обильный водопад моей любви. И аминь. Пожалуйста, еще. Прежде чем мы пойдем служить брату Максиму, пожалуйста, еще два пророчества для нашей сестры Марии. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Я вижу, знаете, вот праздничную атмосферу. И это как новогодний бал маскарад. И там есть, знаете, игры, там есть веселье и, естественно, ожидание. Поэтому Господь говорит, я пропитываю, даю тебе возможность восстановить и даже обрести большее ожидание от меня. И подобно как ты ожидаешь, точно так же окружающие тебя будут ожидать от тебя, потому что твой взор устремлен на меня. И ты как принимающая и передающая, это очень богатое, потому что твое сердце открытой, ты любишь меня. Поэтому Господь говорит, вот
в этом сезоне, в этом году я направлю в твою сторону финансовые потоки, финансовые реки, реки финансов будут различными путями. Не будет одинаковых, повторяющихся по самой собой, самим собой каких-то, возможно, но это будет сверхъестественным образом. Приготовься, я благословлю тебя. Аминь. 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 Для Марины еще? Тоже. А можно да. еще тоже? Да, вот, я, вот только Алена. Одно. Да, пожалуйста, кто-то был. Ольга, пожалуйста, первая, потом Алена. Песню вложу в твои уста. Ее подхватят и птицы, и ангелы. И это будет путем, по которому потекут в твою жизнь благословения. Ты поешь для меня, а я из щедрот своих высвобождаю благословение в твою жизнь. Принимай финансовые потоки, принимай благословение и благоволение людей. Принимай, умей принимать, не смущаясь. Аминь. Аминь. Пожалуйста, Алена. Аминь. Аминь. Господь говорит, что сейчас это время, рождественское время, в которое я приготовила для тебя угощение, особенное угощение с небес. Эти угощения – это твое личное откровение. Твое личное откровение в том, как ты можешь входить. И эти откровения, они будут напитаны моим сердцем Отца. Принимай это, клади это все свое сердце, и я хочу, чтобы ты напиталась этим в это время, чтобы войти в ту полноту, которую приготовил для тебя в следующем году. Аминь. Аминь. Отец, мы благословляем нашу сестру во имя Иисуса. И, друзья, сейчас быстро для брата Максима. Ему можно? Тоже нужно пророчество. Да, Елена. Я увидела Максима как доктора, выходящего из операционной, и Господь говорит: ты вот как мой хирург, и слово мое в твоих руках, подобно скальпелю, исцеляет каждого страждущего, который обращается к тебе. Аминь. Аминь. И еще одно пророчество, а затем для Ирины Очкасовой. Спасибо, Господь. Я благодарю тебя, Господь, за Максима. И я вижу, как Даниил, он молился всегда в сторону Иерусалима, так же и ты. Ты чтишь меня, ты почитаешь меня сердцем, почитаешь меня финансами, почитаешь меня вообще многими своими делами. Поэтому я сейчас иду, чтобы в сфере твоего труда и твоих занятий произвести революцию. И я так и будет как будто кверху дном или совершенно наоборот. Кто был ничем, тот станет всем. И Господь говорит, я обращаю трудные ситуации, вообще все трудные ситуации во благо для тебя. И в этом году приготовься и вооружись ожиданием. Благословение течет в твою сторону. Аминь. 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 И вот для Ирины одно пророчество или два. Кто-нибудь быстро, пожалуйста. Дочь моя, я твой Господь, я твой Отец, я люблю тебя, поэтому не сомневайся, не сомневайся. И какая бы трудность ни была в твоей жизни, я ее обращу во благо. Аминь. Аминь. И еще, пожалуйста. Вот я вижу абажур, так лампа, я не знаю, есть ли у вас на потолке абажур или нет, но, возможно, у вас есть торшер или, может быть, настенное что-то, но Господь говорит, твой свет светит ярко, и я окружил тебя, я твой покров. Поэтому все происходящее в твоей жизни находится под моим покровом. И я устраняю страхи, я устраняю беспокойство, потому что ты доверяешь мне. И даже я укрепляю твои ноги, я делаю их сильными, сильнее, сильнее и сильнее, для того, чтобы ты смогла двигаться вперед и в духовном, и в физическом. Быстро и уверенно, широкой поступью. И скажем все вместе аминь. 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 Друзья, ну кто-то еще не получил, но в любом случае мы с вами на связи. Встречаемся в следующую среду. И я желаю вам прекрасного времени. Пусть Господь благословит всех. Шалом. До свидания. До свидания.